Здравствуйте, дорогие зрители, меня зовут Иван Кожен, снимаю здесь, и фоном сегодняшнего видоса будет такой же ковер, как у Макса Плюс 100-500. Но это не важно, а главное то, что сегодня будем обозревать напиток Моджон. Где-то год-полтора назад, в те редкие случаи, когда я включаю телевизор, попалась мне на глаза реклама всего продукта. Достаточно интересная, яркая реклама, где раскрашенные азиаточки пели «Моджи-моджи». Подумал я, что еще одна Кока-Кола, Фанта или Спрайт с азиатского рынка. Ну и за это время мне так и не удалось попробовать сей продукт. Сегодня же все произошло не так. Когда я зашел в магазин за продуктами, не знаю, как-то сразу мне на глаза попалась данная интересная яркая бутылочка. В магазине была эта бутылка емкостью 0,5 литров, и также Моджи был в банке 0,25 мл. Перед выпуском я немножко полистал интернет, так и не нашел доказательств, что Моджи является напитком с азиатского рынка. Скорее всего, это наши что-то придумали и запустили крупную пиар-рекламную акцию. Вот, Моджи поставляется в трех вкусах. Вот в данный момент у меня Моджи со вкусом мята талайма, вот, также есть имбирь и лимон и кола с оранжем. Продаются они в двух упаковках. Это пластиковая бутылка емкостью 0,5 литра, 1 литр и 1,5. И также в банках емкостью 0,25 мл, 0,33 и 0,5. Данную бутылочку я купил за 7 гривен 29 копеек. Для вашего удобства я в титрах напишу стоимость его в общепринятой валюте. Если он у вас есть, сравните, насколько отличается цена. По упаковке, в принципе, достаточно интересно. Нестандартная бутылочка, яркая раскраска. Вот, в принципе, некоторые люди реально хавают это. Я думаю, найдутся такие, которые сами потянутся за ней. Вот, ну, давайте откроем, попробуем. Не знаю, что за вкус. Мне кажется, это больше будет похоже на какой-нибудь мохито или еще что-либо. Я надеюсь, это все сейчас не выльется. Я когда не старался не крутить, не трусить. Ну, по сути, достаточно неплохо. Освежающе, на вкус действительно очень похоже на мохито. Вот, ну, здесь преобладает вкус лайма. Ну, в принципе, я думаю, своих денег оно стоит, а в шару, думаю, она однозначно утолит вашу жажду. Думаю, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем пока.